Приветствую вас у себя на канале. Кофемашина с Экофедро. Это может быть как Ева Эспрессо, Ева Капучино, неважно. Федро, они все практически одинаковые. Есть у них такая полезная функция программирования с USB-ключа, то бишь программирование аппарата с флешки. Вот для чего это сделано? По какой-то причине у вас слетает программа, либо вы начали сами настраивать, зашли в программные настройки, и что-то сбили, испортили, некорректно работает. Либо вы купили какой-то бэушный аппарат и хотите под свои какие-то задачи, и у вас уже есть аппараты точно такие же, вы хотите настройки точно такие же, одинаковые, чтобы были. Поэтому вы можете не вручную это все набирать на кнопках, вы можете вставить флешку, это все переписать. И в принципе, это все делается за 2 секунды, не надо много времени тратить. Опять же, даже если у вас один аппарат, два аппарата, вы можете сохранить копию прошивки на флешку, она у вас будет храниться, в случае необходимости вы всегда можете ее переписать. Как мы это делаем? Аппарат у нас включенный. Открываем дверку. У вас обязательно должен быть на крышке, вот на вот этой крышке, контакт включенный. Аппарат должен быть включен. Вы заходите в сервисное меню. Это вот здесь на крышке. Вот здесь у вас есть такое смотровое окошко. И вот в этом месте, я сейчас сделаю фотографию более, чтобы было лучше видно. Вот здесь вставляется флешка. Вы вставляете флешку и нажимаете на центральную кнопку. Есть. Флешка у вас уже вставлена, вы зашли в меню аппарата. Вот эти кнопки у нас, как обычно, это листаем вверх, эту листаем вниз. Это у нас подтверждение кнопка, это отмена. Опять же, они все обозначены, вы можете присветить, чтобы получше освещение, вы все увидите. Сейчас у нас стоит обслуживание, мы перелистываем на третью функцию. Функция USB ключа. Мы в нее заходим, и теперь нам надо определиться. Если мы хотим записать программу на флешку, мы просто входим и копируем с аппарата себе полностью прошивку его. Все, что там сохраненное, все дозировки и все-все-все. Если нам надо пойти и залить уже, мы включаем читать с USB. Мы опять же подтверждаем, и он программу, записанную на флешку, полностью заливает на аппарат. Опять же, флешка постарайтесь, чтобы была полностью чистая, без всяких посторонних программ. Это на всякий случай. У вас должна быть своя отдельно взятая флешка. Все, когда вы залили программу на аппарат, вы выходите полностью вот кнопкой выхода, подтверждаете, что хотите выйти, и перезапускаете аппарат. Аппарат перезагрузился и полностью готов к работе уже на новой прошивке с заранее сохраненными всеми параметрами. На этом все, заканчиваю. Не забывайте подписываться. Удачи, до свидания.